Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». В студии Ольга Алексеева. О главных новостях республики прямо сейчас. Инвестиции по плану. В Чувашии создан координационный совет для активации инвестиционной деятельности. Тесты на коронавирус. Кто и как может сдать анализы? Спасибо, что была с нами. В Чебоксарах прошел вечер памяти Ольги Зайцевой. Увеличение прожиточного минимума для разных категорий населения напрямую связано с ростом цен. На его основе выстраивается социальная политика в республике. Назначаются льготы, пособия, даются субсидии. Повышение цен на продукты питания, непродовольственные товары и бытовые услуги вызвало рост расходов, считают в правительстве. Соответственно, вырос и прожиточный уровень. Его величина на душу населения в среднем увеличилась на 5,1%. По социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума за второй квартал для трудоспособного населения составила 10 361 рубль. Для пенсионеров 7 939 рублей и для детей 9 851 рубль. На заседании Кабинета министров утвердили и порядок предоставления выплат учителям, переехавшим на работу в сельские районы и малые города в рамках федеральной программы «Земский учитель». Определены 4 вакансии. 2 вакансии учителей английского языка в Маргаушском районе, по 1 вакансии для учителя физики и учителя английского языка в городе Шумерля. Согласно порядку предоставления выплат, учителя-победители конкурсного отбора до 1 сентября заключают трудовой договор со школой с объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю на срок не менее 5 лет. Также они заключают трехсторонний договор со школой и Министерством образования о предоставлении выплаты и до 1 декабря получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Направление расходования средств учитель определяет самостоятельно. Министры также обсудили необходимость усиления работы в сфере опеки и попечительства. Она нуждается в дополнительных специалистах. В РИО главы Чувашии Олег Николаев идею поддержал, но считает, что к решению этого вопроса надо привлечь правительственную комиссию. Инесса Потапова, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Республика. От правовых и организационных вопросов до конкретной финансовой помощи. Такие задачи стоят перед созданным в Республике Координационным советом по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей. Сейчас от Совета ждут предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере. Рассмотрят рекомендации по организации взаимодействия органов власти и инвесторов. Предложения по устранению административных барьеров. Возглавит новый Совет руководитель региона. Очень важно было сделать несколько вещей. Первое, четко скоординировать и направить деятельность всех предприятий инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства в единое русло, чтобы работа была систематизирована. И самое главное, было бы внутри взаимопонимания. Ну и, конечно же, некоторым образом дифференцировать условия получения поддержки для предприятий, которые осуществляют в разных сферах свою деятельность. Ну и другая задача – это создание координационного совета при главе Чувашской республики, главная цель которой – активизировать предпринимательскую и инвестиционную активность в Чувашской республике. Ну и эту работу организовать через призму защиты интересов предпринимателей на разных этапах как осуществления предпринимательской деятельности и, самое главное, инвестиционного процесса. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. 13 и 14 августа в Чувашии пройдет круглый стол под названием «Цифровая прокачка бизнеса». В числе организаторов – Минпромторг России, Минпромэнерго Республики, некоммерческая организация «Цифровая экономика», региональный центр инжиниринга и другие. Цель вполне понятная – внедрить отечественные цифровые технологии в местные производства. Эксперты и IT-специалисты проведут анализ ситуации в этой области на отдельных предприятиях и определят индивидуальную программу действий для каждого участника. В рамках встречи состоится демонстрация российских информационных систем. Все это должно способствовать дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса. Мероприятие пройдет дистанционно в формате видеоконференции в сети интернет. В электротехнический кластер республики входят 22 предприятия. Включение в реестр Минпромторга России в таком статусе позволило компаниям представлять интересы отрасли от Приволжского федерального округа. Обсуждение насущных проблем с участием в РИО главы Чувашии состоялось на Релиматике.
Продукция кластера занимает 40% российского рынка. Производители электротехнического оборудования, защиты и автоматики эффективно работают по программам импортозамещения, не теряя при этом качества. Специалисты намерены снизить долю импортной продукции до 30%. Они активные участники масштабных проектов, таких как реконструкция Саяно-Шушенской ГЭС и Севмаша, строительство нефтепроводов «Сила Сибири» и «Турецкий поток», объекты Олимпийского Сочи, чемпионат мира по футболу, Крымский энергомост. Этот перечень можно продолжить. Перспективное направление с участием предприятий кластера – это цифровая подстанция, энергонет, интеллектуальные электрические системы России, концепция Smart Grid, умные сети, разработка российской системы автоматизированного управления газовыми турбинами в рамках проекта создания российских газовых турбин большой мощности, пилотный проект системы мониторинга РЗА в рамках программы «Цифровая трансформация электроэнергетики». Актуальнейший вопрос – кибербезопасность продукции. Каждому предприятию сейчас необходимо пройти сертификацию, чтобы соответствовать федеральным законам. Возникла большая потребность в специалистах такого профиля. Помочь решить эти проблемы в ближайшее время могут образовательные учреждения республики. Так, на базе электромеханического колледжа открыта специальность «Кибербезопасность». Плотно взаимодействует с предприятиями кластера ЧГУ. На базе вуза открыты научно-образовательный комплекс и исследовательская лаборатория. Важен, конечно, очень мониторинг востребованности кадров с тем, чтобы нам с вами вместе планировать целевую подготовку. Целый букет мероприятий с участием школьников при поддержке кластера сегодня предлагаем. На совещании обсудили возможность увеличения количества бюджетных мест в магистратуру и бакалавриат по специальностям кластера. Очень нужен налаженный механизм поддержки молодых ученых-преподавателей, чтобы они оставались в науке и не уезжали из региона. В апреле будущего года в Чебоксарах планируется провести очередную выставку «Релав Экспо». Представители предприятий посетовали, что в столице республики нет подходящих площадей для презентации потенциала Чувашии. Вспомнили и о высокоскоростной магистрали. Чтобы в отрасли состоялся существенный прорыв, нужна выстроенная логистика и хорошие подъездные пути. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Темам. В закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами и в закон о госрегулировании обеспечения плодородия земель сельхозназначения внесены изменения. Если раньше удобрение почвы носило рекомендательный характер, то сегодня уже обязательный. Заниматься обогащением земель должны как собственники, так и арендаторы. Особое внимание необходимо обратить сельхозпроизводителям Мариинско-Посадского, Козловского, Цивильского и Чебоксарского районов, где отмечено низкое содержание гумуса в почве. Мониторинг земель, сельхозназначения, на их состав будут проводить федеральные органы исполнительной власти. В Чувашской республике неоднократно мы отмечали около 200 тысяч гектаров земли. Сегодня закислены. Очень в 5% земель, скажем так, содержится подвижного фосфора меньше, чем нужно. В 50% пашни земель содержится на 50% пашни содержание обменного калия ниже, чем положено. Содержание гумуса в целом на 70% пашни сегодня ниже среднего, чем по республике. По данным агрохимцентра Чувашии, мониторинг сельхозугодий ежегодно проводится на 160 тысячах гектарах почвы, которые исследуются на степень кислотности, содержание подвижного фосфора, обменного калия и гумуса. В прошлом году на поля Чувашии было внесено более 400 тонн органических удобрений и 16 тонн минеральных. Но этого все равно недостаточно, отметил Сергей Артамонов. Есть интересные программы, например, известкование. На известкование возмещается 90% затрат с федерального бюджета. Есть программа фосфоритования. Это региональная программа, возмещается 80% затрат на фосфоритование. Также есть сегодня хорошая программа на федеральном уровне, которая позволяет бороться с противоэрозионными мероприятиями. Это мелиоративные разные мероприятия, культуртехнические мероприятия и так далее. Информацию о государственной поддержке сельхозпроизводителей можно найти на сайте ведомства. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев, Республика. Спор между двумя субъектами в лице акционерного общества управления отходами и Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии по поводу обслуживания канализационных сетей завершился в пользу профильного ведомства. Напомним, сети построены от производственной площадки в Новочебоксарске от самого управления отходами до биологических очистных сооружений Министерства строительства Чувашии.
Управление отходами считает, что затраты на обслуживание должны возмещать из бюджета региона, так как собственником объекта является правительство Чувашии. Арбитражный суд республики, изучив материалы дела, пришел к мнению, что эксплуатация сетей – это полностью забота регионального управления. Точку в этом вопросе поставил суд. Судебное заседание состоялось, и благодаря позиции Минпроводчего Чувашии и Министерства экономического развития данное решение удалось отстоять, то есть согласно решению суда все затраты по эксплуатации и обслуживанию канализационных сетей, а их, я напомню, кроме самого управления отходами, никто больше не эксплуатирует, то есть это сети, которые, в общем-то, были созданы и построены под них. Никто, кроме них, не обслуживает, соответственно, и бремя по содержанию и обслуживанию должно нести само управление отходами. Будущее за молодежью. Сегодня в Рио главы Чувашии Олег Николаев провел рабочую встречу с генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым. Стороны обсудили основные направления молодежной политики в регионе. От молодых, умных, энергичных, целеустремленных зависит наше завтра. А каким они его построят, от нашего отношения к ним сегодня. Такой тезис активно поддерживается правительством региона. Напомним, в Чувашии по инициативе Олега Николаева проводятся республиканские конкурсы «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров». Цель творческих состязаний – сформировать команду сильных управленцев. Со своей стороны открыты и вот ищем тоже вот эти подходы и пути взаимодействия с молодежью. Ну и, конечно, заинтересованы максимально использовать их энергетику, желание двигаться, потому что это те люди, которые будут жить завтра. Еще вопрос, где они будут жить? Делаем все для того, чтобы место жительства выбирали Чувашии. Вижу, что интенсивное развитие вот, и благоустройство, а это очень важно как раз-таки именно для молодежи. Уровень жизни – это то, что способно удержать людей в регионе, молодых людей, или, наоборот, их оттуда стимулировать к переезду. В плане качества жизни, конечно, благоустройство города, наличие общественных пространств, где можно гулять, развлекаться, встречаться. Это, конечно, очень важно. Валерий Федоров отметил, что проект «Диалог на равных» с молодежью дает колоссальные результаты. Его цель – показать, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в каждом регионе. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика. Сдать анализы на коронавирус теперь можно практически во всех больницах Чувашии. Но бесплатно эта процедура только для тех, у кого есть направление от врача. Есть два способа исследования на COVID-19. Первый – анализ биоматериала методом полимеразной цепной реакции – ПЦР. Медсестра берет мазок задней поверхности глотки, затем в лаборатории определяют, есть ли в образцах РНК вируса. Второй – выявление в крови антител к новой коронавирусной инфекции. Этот способ позволяет понять, на какой стадии болезни или, возможно, человек уже переболел. 6 лечебных учреждений проводят исследование мазка методом полимеразной цепной реакции. И в 10 медицинских организациях проводится исследование крови на антитела к новой коронавирусной инфекции. Исследование мазка методом полимеразной цепной реакции проводится более 1000 исследований в день. А антител на сегодняшний день, начиная с 1 июня, проведено около 40 тысяч исследований. Сдать анализы на COVID-19 можно в единые дни – по вторникам и четвергам с 9 до 15.00. Желающие должны обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления. Для этого необходимо предварительно записаться. Бесплатно анализы сдают только пациенты с подозрением на коронавирусную инфекцию, контактные и те, кому предстоит плановая госпитализация. Остальным при желании придется обследоваться за свой счет. Цена на исследование действительно разная. Средняя стоимость мазка методом полимеразной цепной реакции составляет 1500 где-то, вместе включая забор мазка. А стоимость анализа на антитела к новой коронавирусной инфекции где-то в среднем 700 рублей, включая два антитела класса иммуноглобулин М и иммуноглобулин G. Стоимость исследования складывается из нескольких факторов. В первую очередь это стоимость реактивов и расходных материалов, которые затрачиваются при исследовании.
За 3 часа до отбора биоматериала нежелательно пить, есть, полоскать горло, курить, чтобы минимизировать риск ошибки и ложного результата. Рекомендуется приходить на прием строго в масках и в назначенное время. Татьяна Трофимова, Юлия Адюкова, Николай Скворцов, Республика. Вечер памяти Ольги Зайцевой прошел накануне в ТЮЗе. Она внесла большой вклад в развитие женского движения в республике. Многогранная личность Ольги Зайцевой известна не только в писательских кругах, но и среди художников и правозащитников. Она была председателем Республиканского женсовета. Ей принадлежала инициатива создания в Чувашии Совета отцов и Совета матерей. Продолжительная болезнь не дала ей реализовать все свои идеи, но она и так успела сделать для республики многое. Ее деятельность, конечно, очень выразительна. Это законы, которые с помощью нее принимались в поддержку семей, матерей, детства, также тех граждан, которые действительно хотят быть защитными именно под опекой закона. То, что женщины могут позволить себе занимать высокие посты, работать с социальными слоями, которые нуждаются в помощи. Но это было очень важно на тот период. И огромное спасибо Ольге Юрьевне за то, что она это движение инициировала. На вечере вспомнили, как Ольга Зайцева в 2013 году вдохновила писательницу Галину Белгалис на написание сборника рассказов о нравственности и милосердии. Именно эта книга вышла недавно в чувашском книжном издательстве. Веселые и печальные истории вылились в многочисленные рассказы. Как говорит сам автор, все сюжеты взяты из жизни. Те, кто уже успел ознакомиться со сборником, отметили, что его можно читать всей семьей. Человек должен понимать, что человек выше всех перипетий жизни. Человек выше всех болезней. И если ты веришь в себя, то ты обязательно выйдешь из любого капкана пустоты. Алина Хабибуллина, Николай Скворцов, Республика. 29 августа чебоксарцы смогут присоединиться к единому дню уборки вдоль берегов Волги. Организаторы акции придумали, как рутинную работу превратить в игру. Так, организаторы намерены обратить внимание на плачевное состояние реки и ее прибрежной зоны. Сама акция пройдет в игровой форме. Принять в ней участие может каждый. Помимо, собственно, наведения порядка на берегах, участники должны выполнить ряд заданий. Это и раздельный сбор мусора, и поиск ценного предмета, артефакта, и конкурс на оригинальное фото. Команду формируют из 5-7 человек. Важно определить и территорию уборки. Куратор или координатор экогруппы должен представить свою команду в официальных аккаунтах движения экоактивистов «Чистая среда» ВКонтакте, Инстаграм. Это были главные новости среды. До свидания!